Всем привет! Сегодня мы находимся на Днепре с корефаном Володей. Вон он там спиннинг собирает. Ну а пока он собирает спиннинг, мне удалось кого-то поймать. Сейчас мы поглядим, что это у нас клюнул за зверь. О, а клюнула у нас чихонь. Поймали мы чихошку. И клюнула она у нас на колебасик. Блин, на спиннинге подымать ее тяжеловато для этого малыша 8-граммового. Вот такая вот чихошка у нас клюнула. Сейчас я ее в полный рост покажу, если она не убежит раньше. О, упала. Сейчас она у нас поплывет. Чихошка еще не убежала. Опа, иди сюда. О, какая у нас чихонька клюет здесь. Отпустим, чихоньку у нас брать нельзя. Будем ловить дальше. Чихонь это тоже интересно. Главлик, конечно, пожирней. Ну и чихонь тоже интересно. Клюнула на колебалку от лаки Джона. Вот, видите, работают. Чихонь даже ловят. Ладно, ловим дальше. Покидали мы на этом месте еще минут, наверное, 10. Чихонька больше клевать у нас не захотела. Попробовали колебалочки, вертушечки. Вот, Вова вертушечку тянет. Но больше не хочет. Пойдем мы дальше на свои любимые места. Пробовать ловить главлика и язика. Там бывает и язик у нас поклевывает. Ну вот мы подошли к мелководному перекату. И здесь уже на колебалке ловить, ну, не совсем будет удобно. Хотя можно, но не очень эффективно. Поэтому переходим на воблеры. Ну и первым будет стоять у нас чирфул. Что там стоит у Вовы, я не знаю. Пока не клюет ни у кого. Кто-то у нас поймался. Сейчас мы поглядим. Кто у нас там такой в травку сразу лезет? Вылази, вылази. Главлик, наверное, или жерешок. Главлик в травку сразу залез. Сидит там, закрутился. Вот для чего я ставлю поводок из флюрика. Блин, тут такая травка, что его и так не достать. Ну, вылази, вылази. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он наш головник. Ай, какой Вася. Ай, какой попрыгунчик. Вот он какой. У нас малыш головник. Веселенький. Ну вот мы и дошли до вкусных луночек в траве. Не знаю, как видно на камеру. Тут вот мелко, ну примерно по колено, кое-где чуть больше. И лунки в траве. И вот в этих лунках обычно любит тусоваться главль, ясь, жерех. Ну только неудобно ловить. Это вот плохо. Ну, будем пытаться. Ну вот, получается сделать несколько движений, и все, воблер в траве. И так в каждой лунке кидаешь, пару тычков делаешь, спиннингом один оборот катушечки, и все, перекидывай заново.
Но иногда успевает за эти два мелких тычка и кто-нибудь и клюнуть. Здесь около берега уже проводка не имеет смысла. Самое главное у нас происходит вон в тех лунках. Вот как раз Вова туда хорошо попал. Сильно, конечно, еще мешает ветер. Приманка весит 2 грамма, а кидать приходится далеко. Можно, конечно, подойти туда поближе, но тогда тоже нет смысла кидать. Если рыба тебя видит, то клевать она не будет. Ну, во всяком случае, местный галавль, если тебя видит, он ни за что, сволочь, не клюнет. Я тут кидаю. Вова от меня ушел далеко и уже отпустил окуня и одного маленького галавлика. Видимо, у него клюет. Ну ладно. А мы вот тут вот будем пробовать ловить на колебатах от Лаки Джона. Ветер подстих. Это хорошо. Блин, опять через траву пошло. В лунку не попал. А, прошло. Не зацепилось. Все нормально. Последнюю неделю, а может уже и больше, в лидерах у меня ходит Cheerful понтоновский 40 SR SR. Вот такой вот малыш. Дайвовский пока молчит, а то вся рыба была на дайва пресса минов. Теперь 90% идет на Cheerful. Сменила рыбка свое предпочтение. Ну, сразу травинка прицепилась. Ну нереально тут ловить. Сразу. А мне надо докинуть вон в то окошечко. В дальнее. Опа. О, в окошечко докинули, но не докинули чуть-чуть до травки. Ну, тут-то травки мы уже нацепляли сразу, это уже как положено. Ну, ладно, поймаю, включу.
Сейчас мы узнаем, что у нас там Вован наловил. Ну что ты там наловил? Головлика. Окунь и головлик. Да поставил этого бомбастика. Опа, ну видишь, ты же шмеляк. Он на травой проходит. Ну и окунь на него, и голову на него. Ну и даже он, даже... А, и вон выход был головлика. Иду медленно-медленно. Даже он иногда траву цепляет. Дай-ка гляну. Ну, последний остатлен. Без свинца он вообще, блин, как пробка на. Нисколько не утапливается. Так хоть немножко иногда спинить воду пониже. Хоть немного, да. Идет. Под поверхностью. А то на нас дикий рыб поймался. Здоровый, падла. Просто кабан. Чё, съедобный окунёк даже. Зверюга. О, какие там плещутся. Думаю, в камеру попало. Так, теперь ты мне в руку не воткни воблер, и все будет нормально. И тебе ничего не будет, и ты пойдешь гулять. Свободен. Попробуем мы туда докинуть воблерок, если долетит. Колебалка долетит, но колебалку не хватит. А, воблерок долетел. И теперь вот на этих полметра проводки вся надежда. Все. Проводка окончена. Вот у нас еще кто-то поймался. И залез в травку. Выйдет, не выйдет? Неизвестно. Что-то там село очень плотно. За что ж там зацепилось, не пойму. Да, поймался у нас там вроде маленький голавлик. Или кто? И куча травы. Ой, даже не голавлик. Даже поймался маленький окунь. Совсем маленький. И быстренько залез в траву. Вот такой вот зверюга. Отловился. И быстрее в траву. Поймался на колебалку. А вон там ныряют недетские рыбки. Это и есть наша цель. Покидаем вот тут. Вот здесь вот на мелике голавлик у нас любит тусоваться. И клюнет. Опа. И никого, никого. Еще не все. Он может где-нибудь тут стоять за травинкой и ждать своего момента. Сколько раз такое было? Подходишь вот к такому мелику, просматривается все дно. Вроде бы ни одной уклейки нету. Закидываешь. И откуда ни возьмись, такая мордочка грамм на 700-800 вылазит.
и хватает твой воблер. А на первый взгляд там и рыбы не было. Ну вот и поймался наконец-то голавлик. Долго мы его ждали. Наверное, час тут уже ходим, кидаем. И это даже не голавлик, а язик. Поймался у нас язик. Вот такой вот веселенький. Плавает. Ай, какой Вася. Езёныш. Опа. Обкидаем вот тут вот. Опа. Должен он тут быть. Должен. А, Вова поймал голавлика. А я поймал кусты. Ну, видно, я думаю. Покажи, Вова, какой голавлик. А, маленький голавлик. Ну, а у меня кусты. Все как положено. Иди сюда. И так вот. О, Вовик кого-то поймал и тащит. Сейчас мы подойдем, посмотрим, кого там у нас Вова поймал. Ну, видно, кого-то небольшого. Чихонь. Ну, этого зверя отпускай. Ну, такая сабелька. Ай, ты стой-ка. Не мучайся. На кого клюнула? Шерфу. Диповый. Отпускай зверюгу. Ну вот. На резком твитинге. Там около меня жерех на полторашку прошел под ногами. Поменьше, может, ложка. Вот так прошел. Издевается. И я, короче, ему перед головой закинул. Вот смотрю, даже спиной. Ну, вышел на поверхность. Вперед метра на два кинул и мимо нахрен. Прошел мимо воблера. Даже не посмотрел, да? Ну вот они так и делают. Плавают. Он малек даже так, чуть-чуть шугнулся от него. Но он даже малька этого не стал хапать. Понятно. Ну. Вот кто-то у нас сел. А кто у нас там сел? Сейчас будет лезть в траву. Мы ему не дадим. Мы ему не дадим лечь в траву. Он вообще-то уже залез. Кто у нас там, жерешок или голавлик? Голавлик. Малыш голавлик. Вот такой вот у нас васек отловился. Веселенький. Вот он поймался, голавлик. Ну, небольшой. И даже не в рот, а забагрился маленький голавлик. А удар был, как будто взрослый голавль. Ну, ладно.
был ударчик, но не поймался. Хитрый голавлик. Ну все, наверное, пора заканчивать рыбалку. Пойду я Вову потороплю, где-то он тут за мостом пытается чего-то поймать. И пойдем мы домой. Вот такая вот у нас сегодня получилась рыбалка. Как всегда, в городе, вот набережная, вот собор. Ну и вот он я. Всем удачи, пока!